Итак, всем привет, дорогие друзья, зрители, подписчики моего канала. С вами снова я, Зазепа. Продолжаем катать в XCOM 2. Вот. Прошлая серия немного коротенькой получилась. Сколько там? Около 35 минут, по-моему. Ну, в этой серии постараюсь исправить свою ошибку. Сделать ее подольше, поинтересней. Задание недоступно. Мы должны установить контакт сопротивлением, шеф, есть информация о секретном объекте, пришельцев. Как-то слишком много информации, но можем мы проникнуть туда. Ну, короче, будем проникать. Нам поможет сопротивление, да? Давайте расследовать. А, стой! Блин, мы там так и не собрали ресурсы. С одного места на другое. Нет, давай-ка ты туда лети. Да. Не, мы давайте не будем кидаться с одного места на другое. Подумаешь, потратили 4 часа. На самолете быстрее летаю. Ну, на самом деле такое расстояние 4 часа, что-то как-то долго. Как-то раньше быстрее было. Модульное оружие. Значит, новое исследование. Давай. Кстати, напоминаю, мы играем на уровне сложности легенда, поэтому... Поэтому не все так просто и однозначно. Так, мы видели солдат, развести горы, металлолома и обыскать трупы. Теперь они постоянно ищут то, что можно использовать для усовершенствования нашего снаряжения. Так. Модульная боевая система — уже хорошее начало. Ну, так-то да. Очень далеко. Интеграция нескольких ключевых компонентов обеспечила необходимую дополнительную стабильность. Ну, конечно, понравилось. Ну да, указанные модули — это хорошо. Так. Магнитное оружие. 63 дня. Это недобро. Так, то есть планетных сплавов. Я думаю, их добудем. Будем создавать броню потиху. Магнитное оружие. Магнитной основе также способствует развитию гауссовых технологий. Тоже хорошая тема. Сейчас изучение самоустройства мотивов. Давайте чип будем исследовать, потому что производство предметов. Броня. Предметы. Это не надо. Вот, сделал две брони, это уже хорошо. Оружейное. Бойцы! Бойцов мы будем по ходу дела одевать. Что у нас по карте? Ждем высадки. Некто утверждает, что он когда-то помогал XCOM во время вторжения, вышел с нами на связь и сообщил, что у него есть для нас ценный подарок. Подарок. Мы пошли на риск и встретились с ним. Незнакомец передал нам трофей, который он украл у миротворческих сил Адвента. О, молодец. Ценю, ценю. Что там? Западная Африка. Давайте полетим туда. Раз уж мы там уже добыли. Ну, потратили немного времени. Что ж поделать. Расканировали там все. Давай. Пыхти. Ну, давай, покажи задание. Что там? Демонические випы из города контролируемые. Давайте спешить не будем. Вот серьезно, возьмем задания вот эти вот. Такие, возьмем випов. Ну, полегче. Нам надо сейчас бойцов, во-первых, раскачать. Во-вторых, какие-то хотя бы там исследования попроводить. Что мы можем? Блин, бойцы-то у нас.
пушка и снайпер. Ну, как я это обычно делаю, я... Что у тебя есть? Что это? Прицел. Не подойдет. На снайпера повесим. Цвет оружия разве что. У тебя будет... Не, оружие мы будем в зеленый цвет красить. Это как-то... Черви, вот что тебе нравится? Ты у нас будешь таким чуваком немного безумным. Шотландка, не. Ладно, классика. Будешь классикой. Название оружия. А. Маленький Томми. Не, сейчас. Маленький Джо, я не знаю. Маленький Джо. Ладно, это просто Джо будет. Джо МК первый. Джо МК первый. Так, ты ведь девушка, да? Калио Николо. Гренадер. Так, я тебя, по-моему, хотел немного подкрасить себя. Лицо Г, господи, лысая башка, дай пирожка. Не надо мне это. Вот давай без этого, серьезно. Конский хвост. Ну вот, хотя бы уже на девушку что-то стало похоже. Башка ходячая. Да, раса. Расу, ладно. Расу мы трогать не будем. Какая родилась, такая и будешь. Так, красную броню тебе. Цвет кожи. Дополнительный. Что на тебе? Красный сделаем. Американский, английский. Ты ж у нас швед. Ладно, хотя бы американский. Русского жалко нету. Вот я поставил бы. У нас бы тут все заговорили бы на русском. Так, раз, конский хвост. Так, теперь снайпера. Тут у тебя все есть. Снайпер. Не, подожди, вот рядовой. Инженер нам не нужен. Подожди. Ты, конечно, без обид, но серьезно, инженер нам пока не нужен. На задание в строю. Новобранец. Не, подожди. Штаб. Стой! Стой, дурной! Какие же все тяжелые! Я всего лишь хотел изменить своего бойца. Так. Ты снайпер, да? Так, снайперы у нас будут... Снайперы у нас будут... Во-первых, они будут с улучшением. На снайперской винтовке, да. Прицел вам поставим. Цвет оружия. Ну, это, приятель, под твой вкус. Оружие у снайпера не должно выделяться. Сделаем его... А почему бы не черным просто? Снайпер без камуфляжа это как-то... даже незаметно на черном. Ладно, не будем с этим заворачиваться. Давайте хотя бы на снайпера сделаем похожим. Ты, надеюсь, не возражаешь? Шлем. Шлем, приятель, тебе ни к чему. Господи. Ты же у нас азазин. Капюшон можете просто поставить. Шляпу с полями. Ладно, будешь в капюшоне. Что уж тут терять. Руки. Ну, руки у тебя должны как бы быть, конечно, замаскированы, но им ничего не должно мешать. Давайте тебе такие руки поставим. Торс. О, так, камуфляжная раскраска. Ладно, ты снайпер, тебе положено. Цвет татуировок. Тебе еще татуировки есть? Как тебя взяли, боец? Цвет кожи. Ну, негром мы с тебя делать не будем.
если не возражаешь. Основной цвет брони. Так, снайпер должен быть заметным. Блин, ну так хочется его зеленым сделать. Ну, блин, что-то как-то, знаете, хочется как-то бойцов вот ярко-зеленый. Ну, не то. Ладно, ты ассасин, ты смерть, ты снайпер, ты черный. А, цвет брони. Такой болотно-кислотный, там, под тушканчика тебя сделаем. Ну, блин, ладно, черный будешь. Черный так черный. Можно было тебя, конечно, сделать еще и негром, но я что-то не хочу. О, лицо Б, аксессуары, персонажи. Замечательно. Чувак к бою готов, сразу видно. У этого пацана сразу видно свой стиль. Все, давайте на задание. А то я что-то увлекся. Посмотрим, что там за задание такое. Давай начинаем задание. Готовимся к выставке. Легендарный. Эвакуировать випы из города Кавилигова Адвентом. Давайте спасать нашего. Что ж поделать. Совет из солдат занял позицию близко к углу атаки с фланга. Вы можете получить бонус к атаке. Ну, естественно, естественно. Давайте уже начинать как-то. Блин, это надо было это пидорский бакенбарды ему состричь. Хотя... Ну ладно, его дело, его бакенбарды. Что хочет, то с ними пускай и делает. Прическу надо было ему изменить. Тут какой-то он вообще странный. Вообще, я бы его сделал тяжелым бойцом. Изменить, к сожалению, не получится. Вот, решил он стать снайпером и решил. И с тем не посоветовавшись. Так, VIP. VIP-а надо доставить сюда. Надеюсь, миссия, блин, не на время. Тем более ночь, темно, кто нас тут искать будет? Не, все-таки на время. Ладно. Что ты, штурмовик, да? Для начала нужно высадить нашего снайпера. Так, в теории. Так. Ну, снайпер вообще хорош на высокой позиции. Ну, до той местности нам еще добраться нужно, да? Посадим тебя сюда. Только не говорите, что уже заметили. Или вы всегда такие беспокойные? Ёжики мои. Так. Вот тебя, конечно, посадить бы тут как-нибудь без потери ходов. Ты. Да, ты, Родина в тебе нуждается. Отобьем вот этих нехороших дядек. Ну что, удача придет к нам? Так, ну ты заханылься и вообще даже не вылазь. Так, глухая оборона. Снайпер. Снайпером сейчас ходить не получится. Сейчас же разберутся, твари. Двоих. Да, давай двоих. Офигенно. Угу. Так. В теории, если ты... Подожди. Ну ты не откроешь огонь.
А гранат особо много сейчас раскидываться не очень хочется. Давай, знаешь что? А давай рискнем. Крит. Замечательно. Он просто стоит сейчас на открытой местности, как... Сектоид. Ну, давай. Прям как доктор прописал. Все? Убегает. Кто-то там еще выбегает. Подожди, что-то тут нечисто. Что-то я им не доверяю. 80%. Ну давай, у тебя должны тоже тренировать. Ты снайпер, ты должен... Ты надежда наша вообще, как бы. Оу. Тебе надо было миниган в руки дать. Да. Попадешь? Попробуй. Ну, вот, вот тебя снайпером и надо было сделать. Все, меньше он живой, больше, больше пользы нам, короче. Что у нас там снизу? Снизу. Снизу спускаться надо. Вот что снизу у нас. Терять время сейчас не стоит. Тем более после каждого хода здесь автосейв вроде как. Ты нам вообще пока не нужен. Сиди и моли, чтоб тебя не достали. Вып. Я сейчас рискую. Что там не сломало себе? Ну я понял. Ну и что дальше? По снайперу? Ёлки-палки. Чувак. Даже я так попасть не могу. Куда тебя понесли, черти? Тебя попал бы уже. Сразу видно, новичок. Снайпера пометили. У тебя попасть не могут. Уже что-то хорошее. Как бы не сглазить. Чувак. Чувак, потише. Так, нам вообще как бы нужен командир. Так, солдат. Солдат, где командир? Ладно. Ты вроде неплохой парень. Но ты мне здесь не нужен. Повышение не дали. Ну и правильно, нехрен. Нифиг раздавать просто так повышение. Так, подожди. Тобой мы походим чуть попозже. А походим мы сейчас, знаете, кем? А кем мы походим? А я не знаю, кем мы походим. У нас тут человек был, еще один. Вот кого ты хорошо достанешь? Хорошо достанешь его. Давай. Хорошо себя зарекомендовала. Молодец. Вип. Вип, вип. Сиди. Сиди в глухой обороне.
что можешь конкретно ты? Ты можешь много, я понял. Молодец. Вот теперь мне вот нравится больше играть в эту игру. Паника снята. Ах, ну, не повезло тебе, ранили. Ну, одного подстрелил, молодец. Так держать. Шо, куда нам? Нам сюда. Значит, нужно прорываться как-то к этому зданию. Как-то так, да? Поэтому. Поэтому ты идешь сюда. Снайпер. Ну, снайпера, блин, он на крыше хорош. Давай, перезаряди пушку свою. Вот, и сиди там. Наблюдение, пистолет. Все. Давай, братюнь, я в тебя верю. Блин, тут помещение еще целое. Фига себе. Слушай. Не, ну нам в любом случае надо как-то заходить внутрь. Давай. Заодно проведем разведку на местности. Товарищи ученые, доценты с кандидатами. Давай сюда. Родной. Пошли такие, не, типа ни при чем, да, или что? Че, серьезно, никого нету? Да быть того не может. Подстрекатель выдвигается к нашей позиции. Ну, блин, нужно этих выбить сначала. Этих мы и выбьем. Раз он там выдвигается к нашей позиции. Что с тобой делать? Подстрекатель. Давай-ка пойдем подстречем их немного. Ты ж согласен? Ну блин, взрывать тут особо тоже не хочется. 72. Давай, вжахай ему. Ой, хорошо, за... Ой, как вкусно. 8. Это гражданские настучали, только они могли так хорошо поступить. Так, приятель. Ты нужен мне живой. Я сказал, что бойцов, я вашим матерям пообещал, что вы все вернетесь домой, поэтому не подводите. Сваливает. Тихо. Паника. Ну, ты зря панику, я сейчас как выбежит тебе тут. Фасолинку-то тебе намылит. Не, не намылит. Ну, значит, кто-то другой это сделает. Плохо. Паника это плохо. Нельзя паниковать. Ты там это, не рожай давай, а? Так, что нам надо? Нам надо. Во-первых, тактическое отступление.
сволочь. Можно я похожу немного? Никто не возражает. Блин, хреновый ход. Очень хреновый. Подожди. Лади, приятель. Для тебя ничего не жалко. Блин, ну я не думал, что они там в обороне прям сидят. Мне вроде как наступали. Все, не попал, молодец. Новички у нас зараненные. Тихо, приятель. Что там они мне напиздели, по-моему, когда говорили, что там кто-то приближается? Что-то я никого не вижу, что там кто-то приближался ко мне. Так что давайте, знаете что? Катитесь-ка вы колбаской. Ладно, тот потерял ход хотя бы. Ну, придется перезарядить. Что ж поделать. Давай. Ужахай-ка по этому молодому. Паника там еще не прошла? Нет? Блин, ну этого и как-то не хочется на поле боевых действий переводить. Ну что ж поделать. Блин, смотрите, ученый-то борзый такой. Там почти с 5-го этажа прыгает. Подожди, стой, что-то. Мне казалось, ништяки лежат. Ну ладно. Что я хотел? Вот этого молодого я хотел достать. Попробовать достать. 44. Плохо! Надеюсь, тебя самого не достану тут. Ау! Чувак, тебе повезло. Я хотел уже загружаться. Паника снята. Стой, иди сюда. Ты нужна только здесь. Давай. Покажи ему. Молодец. Вот можешь же, когда захочешь. Все ты можешь. Снайпер. А иди-ка ты сюда. А ты. Раз пошла такая пьянка, иди сюда. Давай-ка ты, знаешь что? Иди к снайперу. Да, позиция такая себе. Но это только на один ход, приятель. Бегом. Давай, перезаряжайся. Да-да, с первой перезарядкой тебя. Подожди. Все, давай беги сюда. Не вижу смысла бегать это все через здание.
Ёперный театр. Что там? Потолок обвалился. Надо, по-моему, быстрее сейчас как-то вопросы решать. Будем называть все своими именами. Снайпер, ладно. Сиди, снайпер тут. Ученый, сюда. Товарищи ученые, доценты с кандидатами. Все, побежало. Окольными путями. Ассасин Крик по стенам лазит. Ну ты сиди в обороне пока. Что нам молодым терять, да? Заодно разведаем. Все, давай, выбегай отсюда. Не мозоль, глаза мне. Снайпер прикрывает. Пацан вроде толковый. Когда выспится. Да-да. Все, больше нечего тут делать. Где-то там еще был. А, снайпер. Бегом. Считай, сегодня твой день. Но можно как-то всех сразу, а? Да-да. Ну и твоя очередь, приятель. Или подожди. Тихо, преград. Все, ладно, эвакуируемся. Хорошо, повоевали. Полетел, приятель. Убито 8 из 8. Солдат ранено. Ну, хотя бы не убито. Ранены, это не страшно. Новый рекорд 72 и 73. У. Эффективность-то наша растет. Знаете почему? Потому что бойцы прокачиваются. Демонический ребенок. Довольные какие. Никто не погиб. Нормально справились. Давай посмотрим, что там дальше. Пострадали только сектоиды, да? Ну, меня это, в принципе, и устраивает. Серьезное ранение. Чувак. Ну, сам виноват. Кто-то у нас. Снайпер. Снайпер, это хорошо. Ты похож, кстати, на снайпера. Кто ты у нас? Специалист. Ну, блин. А изменить как-то можно? Чтоб не была специалистом. Ладно, будешь специалистом. Расширенный магазин. Вот это хорошо. Шеф, вам удалось привести образцовую операцию, используя момент, нанести ощутимый удар по адвенту. Ну, конечно, не особо образцовая, несколько бойцов ранены, но хотя бы живы. Это вселит надежду сопротивлением всему миру. А пока используйте эти ресурсы, чтобы усилить свои позиции. Спасибо.
пополнил отряд, нужно немедленно набрать рекрутов. Ну что, давайте рекрутов набирать. Где там штаб? Да-да. Подожди, штаб. Не, подожди, оружейная. Бойцы. Бойцы, бойцы, бойцы. 15, 5 дней. 9 дней. Кого бы нанять, а? Вербовать. Анна Павловна. Давайте Аню наймем. Че, не могу? 2001 год. 15 лет ей сейчас. Была схвачена пришельцами вблизи одного из городских центров. Сообщается, что она протаранила одну из вышек. Подожди, а я не могу, да? Не, я никого расформировать не буду. У меня тут бойцы все стреляные. Что за инопланетная техника? Не, подожди. С инопланетной техникой ты пока... Погоди. Задачи, состояние Мстителя, наверное, пока еще нормальное. Мемориал, бойцы. Производство предметов. Броня. Блин, я ж броню не экипировал. Вот я. Нехороший человек какой, а? Шо у нас по исследованиям? Биотехнология пришельцев. 3 дня. Да, хорошо. Слишком много информации. Все, ребят, на этом, пожалуй, закончим серию. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь. Уровень сложности легендарный, в конце концов. Вот, буду стараться для вас. Удачи, пока. Ждем следующего.